На тотальный диктант в Краснодаре записались уже больше 500 человек. И количество желающих проверить свою грамотность растет. Попасть в число участников акции можно вплоть до 18 апреля. На эту дату назначен диктант. Организаторы рассказали, что из 9 площадок, где пройдет акция, 6 заполнены. Запись туда уже не ведется. Читать текст будут люди разных профессий, бизнесмены, журналисты и даже риэлторы. Но все они с филологическим образованием. Никто из участников еще не видел текст диктанта. Известно только то, что подготовил его российский литературовед и писатель Евгений Водолазкин. Что касается сложности текстов прошлых лет, вот да, 2 года я присутствую, это действительно сложные тексты с большим объемом авторских знаков. И когда Водолазкин написал свой текст и принес его, собственно говоря, в штаб, штаб попросил текст усложнить для тотального диктанта. Все эти тексты всегда не просто вот набор правильных каких-то фраз, хорошо скомпонованных. Это всегда некое послание или размышление. Я думаю, что вот суть диктанта – это не измерить шкалу грамотности, там, средняя температура по России, да, насколько мы грамотны. Это большая патриотическая акция. Проверить свои знания по русскому языку можно через интернет и анонимно с помощью специальной системы шифровки бланков. Работы краснодарцев проверят филологи Кубанского госуниверситета. Результаты станут известны через 3 дня.